Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем историю загадочного существа в игре Хоп. В прошлой части он потерял руку, а какой-то механический парень помог ему, отдав свою. Давайте узнаем, что будет дальше. Остановился я здесь, когда забрался сюда. В игре абсолютно нет ни карты, ничего похожего, насколько я смотрел. Поэтому куда идти, пока не знаю. Да, и в прошлой части мне удалось скрафтить даже свое первое оружие. Так, ребята, походу с вами драться можно. Так, секунду, вспомню управление. Прыжки. Просто прыжок. Это не действует, а это удар. А где удар кулаком? Был же удар кулаком, по-моему. Так, ребята, вы походу плохие. С вами надо подраться. Ну давайте. Опа. Так, тебя я не вижу. Давай. Опа. Не так уж и сложно. Так, ну давайте искать путь. Это, я так понимаю, выход. Да, вон он стоит. Тот большой парень. Так, и куда здесь можно залезть? Сюда? Здесь ничего нельзя сделать. Пойдем посмотрим здесь. Опа. А ты еще кто? Хороший, плохой? Ладно, пока не буду к тебе подходить. Мало ли. Так. Ленточка, похоже, показывает, куда идти. Ага, внизу цветок. С которого можно достать кусочек здоровья. Я его находил на первой локации. Так. Опа. А ты кто? Какая-то бабочка. Ого. Не жалко тебе ее в механическую руку? Ого, там уже здоровый какой монстр ходит. Ладно, побежали. Так, а как тут бегать, я забыл. Быстрее. Эй, ладно. Неважно. Эй, парень, с тобой можно поговорить? Или ты плохой? Походу, плохой. Давай. Оп. Мазила. Оп. Не так уж и сложно. Так. Мимо. А ты не такой уж сложный. Проще простого. Всего лишь надо отскакивать. Все, сдулся. Ух ты. Что это было? Пока непонятно. О, силач. Такой здоровяк и не справился, а ты справился. Ну что, давай посмотрим, что внутри. Что там? Просто пещера? Ну давай осмотримся. Может быть, что-то интересное там есть. Так. А ты сможешь перепрыгнуть? Я боюсь, что нет. Ну давай попробуем. Ух ты. А ты ловкий парень. Достаточно далеко прыгаешь. Оп. Отлично. Ого, у тебя глаза светятся. Так. Сколько здесь путей-то, а? Сколько всего можно изучить? Тебе можно спуститься вниз. Подожди, а что там? Мне кажется, там тоже что-то есть. Нет? Да, там закрыто. Ладно, значит, я правильно шел. Пойдем туда. Прикольно у тебя рука. Так, аккуратно. Ух ты. Я пока еще не привык к его эмоциям, к его действиям. Опа, кто это был? Отлично, сохранение. Пока не знаю, что он может делать. Как он на то или на иное. Эй, птичка. На то или иное реагирует. Ого, что это за генератор? Или что это такое? Давай обойдем, посмотрим. Видимо, с этим что-то можно сделать. Интересно, что... Ты, походу, сам не знаешь, да, парень? Ого, ты решил свою руку туда поставить? Нифига себе. Что происходит?
О, он что-то добавил. Интересно, что это? Что это за мир вообще? О. Круто, наверное. Не знаю, что это было, но выглядит круто. Типа усилилось. Что это за мир, меня интересует? Такой полумеханический. И кто здесь добрые, кто здесь злые, кто это вообще строил? Так, удерживать для удара? Нифига себе. Мощно. Ну пойдем. Ага, вон наверху восстанавливается мана. Ну-ка. Бум. Ха, понял тебя. Прикольно. Залезешь? Молодец. Ты достаточно ловкий, я смотрю. Высоко можешь забираться. Так, здесь направо, наверное, да? Сможешь? Блин. Я в тебе не сомневался. Ха. Так. А здесь у нас что? И там еще кто-то был, я помню. Так, мы выбрались наружу, я понял. Там была какая-то девчонка или кто-то похожий на девчонку. Блин, аккуратно. Там, где меня укусили. Пока. Блин. Ну, я думал, что допрыгну. Блин, а куда тогда? Ладно, пойдем осмотримся еще раз. Наверное, в этой игре мы будем просто, скажем так, сторонниками добра. Помогать всем. Спасать всех, может быть. Так, а куда тогда ты можешь допрыгнуть, если ты туда не хочешь? Не могу понять. Может быть сюда? Да. Да, точно. Я не знал, что можно так. Так, А. Y. В смысле зажать и на А? Нет, не получается. Может быть А. Нажать и Y сразу же. Ну, сейчас попробую. Так, раз. Да, точно. О, ты лесенку себе сделал. Молодец. Так вот, наверное, тут есть что-то плохое. Типа такое обобщенное зло. Так. Мне опять надо ударить. Эй, мимо. О, всего лишь одного хватило. А, Y это удар. Я понял. Вот, и мы выступаем в роли доброго. С тем железным монстром. Что ж, наверное, нам расскажут в будущем. Или покажут. Офигеть, такие вещи творишь сам. Силен парень. Так, здесь я был, да? Нет, мне кажется, нет, но туда больше не пройти. Пойдем наверх. Зачем мы сюда спускались? Затем, чтобы ты поставил усиление в руку? Ну хорошо. Куда же дальше нас приведет история? Так, мы снаружи. О, привет! Ты сюда пролез? Я тебя не понимаю. Так, показываешь след. Что ты хочешь от меня? Ну? Типа нам туда? Туда нам надо. Окей. Что там не дал? Ух ты. Наконец-то появилась карта. Ого. Она не маленькая. Скажу я вам честно. Хо-хо-хо-хо. Заизучаться прям можно. Так, а это, я так понимаю, да, это те места, где я был. Там зараза это всякая непонятная. Что это вот слева нарисовано? Типа осколки. Так, способности. Пока ничего. Рюкзак. Нифига непонятно. Ну, я думаю, разберемся. Туда. Ну, хорошо. Подожди. Ладно. Туда, значит туда. Ты хочешь, чтобы я пробил эту штуку? Да без проблем. Так, а можно ли что-нибудь сделать там, внизу? Нет, там ничего интересного нету. На все нужны ресурсы.
Или типа валюты местной. Так, и куда мне идти-то? Эй, человек железный. Так, там мне показывает меч. Секунду. Меч это у нас, видимо, типа базы. Так. Надо подумать. Наверное, я пойду туда, где я был уже, если он ведет меня. Если что-то будет интересное, я покажу. А если ничего, я просто вернусь. Так, ну, сюда, видимо, можно пробраться. Так, точно. А до этого нельзя было, да? Ладно, пойдем. Сначала здесь осмотримся. Может быть, что-то интересное здесь найду. Это у нас что? Блин, всегда что-то новое происходит. Ого. Ого. Вот. Вот откуда их брать. Мне дали целых 10. Насколько я понял. Так, ладно, туда я потом вернусь, чтобы усилить. Давай сначала осмотримся. Да, можно сюда пройти. А по карте... Ага. Я примерно стал понимать карту. Где проходы, где стены. Так, да, это то место, где я видел эту девчонку или кто это был. Вот здесь она была. Ладно, пойдем. Посмотрим, что у нас здесь. Эй! Молодец. Так, и что у нас тут? Может быть, сюда хочешь? Эй! Сил не хватает. Да, здесь я не был. Хм, прикольная музычка. Что это за место? Целая арка из этой фигни. Ух ты. То есть, типа, назад дороги нету, да? Ого. Тут целая дорога из нее. Так, где я сейчас? Ладно, просто буду идти. Зачем мне смотреть на карту? Правильно? Правильно. Сохранение есть. О, внизу какой-то шаман. Подожди. Я хочу осмотреться. Может быть, наверху что-то интересное есть. Точно! Надо почаще заходить куда-нибудь в закоулки. Отлично. Уже 20. Можно что-нибудь скрафтить. Какое-нибудь усиление. Или что-то типа того. Так, ты, походу, опасный, да? С тобой надо воевать. Ты, наверное, бьешь издалека. Надо будет к тебе приближаться. Ну, давай попробуем. Да, ты опасный. Нифига себе ты. Ты мне ХП почти все вынес, ты. Урод. Так, вас надо сразу же лупить, чтобы вы не успевали. Вон она стоит наверху. Та девчонка или кто это? Вот она, вон она. Кто ты? Почему ты бегаешь за мной? Так, яблоки, чтобы было здоровье. Оу, дядька. Ладно, лови. Быстрее, 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 быстрее. Пока он не понял. Так, сзади. Надеюсь, она хорошая. Выглядит она, по крайней мере, доброй. Так, а здесь можно что-нибудь сделать? Здесь пока закрыто, да? О. Оно в темноте, видимо, развивается. Так, здесь пути нету, да? Ну, посмотри. Может быть, что-то увидишь. А, здесь тоже ничего. Ладно, пойдем туда. Так, и что у нас? Рядом с этим дядькой. Головоломка. Сюда можно запрыгнуть. Так, а здесь ничего, да? Ладно, пойдем туда, куда нас ведут. Сюда. Оп. Хоп. Что значит хоп? Это твое имя? Интересно. Так, эту кнопку можно нажать. Подожди. Блин. Я хотел тебя стукнуть. Чисто по-дружески. Я не хотел тебя убивать. Так. Ладно, давай попробуем нажать. Эй, запрыгни на нее. Не хочет. И так не хочет. Зачем она тогда здесь? Не понимаю.
Наверное, потом мне объяснят, дадут какую-то новую способность. Все может быть. Итак, друг, куда ты меня приведешь? С той девочкой познакомиться хочешь? Так, целую дорогу туда. Ладно, давай прогуляемся туда, куда она убежала. Посмотрим, найдем мы ее или нет. Он там бегает, зараза. Ого, сколько тут всего. Так, я понял, здесь можно прогуляться. Ладно, пойдем туда сначала. Да что ты подвисаешь? Опа, лови, фашист. Ну, нападай, слабачок. Вы тоже хотите? Давайте, все сразу можете. Я вас не боюсь. Эй, эй, эй! Я промахнулся. Вы типа местные собаки, да? Слабенькие вы. Наверное, если бы я сложность побольше поставил, то жаловался бы сидел. Что слишком сложно. Ну, давай, пробивай. Так. Ага, ты тоже хочешь туда добраться? О. О, это тут жираф. Подожди, жираф. Я нашел еще ништяков. Класс. Ладно, давай еще попробуем здесь пробить. На что ты промахиваешься? Не получается зарядить с одного раза. Так, давай посмотрим, что там. Заберем эту штуку. И пойдем дальше. Ну, не подвисай. Так. Ты меня даже не видишь. Давай сначала посмотрим, что у нас здесь. О, еще! Блин, сколько их наберу сегодня. Отлично! Плащ духов. Увеличивает скорость, но снижает здоровье и энергию. Нет, мне нравится. Я буду быстрее перемещаться. Лишним не будет. Так, а как его построить, этот плащ? Там написали, что это схема. Так. Это значок здоровья красный, я так полагаю. X1, что это такое? Блин, я пока плохо понимаю. Но, в принципе, начинаю понимать. Плащ духов. Он уже одет? А почему его внешне не видно так? Эй, ты, засранец. Все тебе хана. Давай, открывай. Увеличим здоровье себе на одну единичку. Прикольно. Да, правильно я подумал, что это здоровье. Так, что это за кнопка? Тынь. А, это лесенки. Всего лишь. Это было легко. Подожди, я хочу посмотреть, куда побежала эта девчонка. Так. Эй, незнакомка, ты здесь? Путь сюда ведет. Интересно. Ладно. Ого. А тут как-то пустынно. Что там? Воу. Что это такое? Молнии. Наверное, мне туда нельзя спускаться. Ну давай попробуем. Нет, можно. Воу. Отстань от меня, я хочу наверх. Что с этим сделать можно? Пока ничего. Ладно. Отходим назад. Так. Что здесь еще интересного есть? Воу. Что это? О, это телепорт. Класс. Очень удобно. Давай сюда. Посмотрим, что можно купить на то, что я насобирал. Так. Блин, прикольно. Мне игра больше и больше начинает нравиться. Здесь столько всего происходит. Все такое непонятное, но... интересное. Так, это тоже телепорт. А, нет.
Что это значит? Можно выбирать тебе облик? Пока никакой недоступен. Ладно. Давай посмотрим, что можно... Подожди, скрафтить. У меня же был плащ. Почему он не одевается? Эх, походу, я этого не узнаю сегодня. Никаких команд, никаких кнопок рабочих. Так. А, это просто схема была. Блин. Сколько много на этот плащ надо, офигеть. Призывать щит из вашей руки. В принципе, мне щит не нужен, я уворачиваюсь хорошо. Выпад мечом тоже не особо. Улучшает уклонение с перекатом. Вот это интересно, 40 стоит. Добавляет третья, более мощная комбо. Вот это мне пригодится. Пожалуй, начну с этого. Да. Давай проверим. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Нифига себе ты лупишь. Крутой парень. Так, давай выберемся. Отлично. Ну что, ребят, а я думаю, на сегодня хватит. Продолжим изучать мир Хоп в следующей серии. Игра мне начинает больше и больше нравиться. Здесь, оказывается, есть система прокачки, можно что-то крафтить, да и огромная карта, в принципе, интересная. Можно поизучать, посмотреть. Ну что, я думаю, продолжу в следующей серии. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить, и поддержать лайком. Ну и всем пока!